Здравствуйте, дорогие друзья, у нас очередной, нам часто очень напоминали, что уже пора, да, действительно пора. Я не помню, когда последний раз был видеоролик, но в последний раз мы взвешивали анаконд, да, это опять измерение анаконд, но я думаю, что по заголовку вы уже поняли, когда самец весил 3800, самку может отдельным видеороликом взвесим, и то, если вам оно будет нужно. В общем, ставьте лайк, если хотите, чтобы мы самку измерили и взвесили, либо просто только взвесим, посмотрим. А самца мы еще на сей раз и измерим, да, что-то новое, потому что это не так будет просто. Но давайте попробуем его измерить, если не получится, не получится. Не будем его сильно стрессовать за это. Вот, так что вот тут у нас самец. Вот, мальчик, вот он. Значит, этот садок я взвесил, он ровно 500 грамм весит. Так, он весит... Ой, ничего не изменилось, что ли? 3300, это получается, что... Да, 3800. То есть, получается, за долгий период ничего не изменилось, он все еще весит 3800, но ничего страшного, змеи не растут, как, не знаю, там, примеров не так много. И, собственно, с этого возраста, вот с таких размеров, особенно самцы, особо не прибавляют. И, в принципе, в природе даже самцы... такого размера, ну, чуть крупнее, уже могут размножаться и, собственно, оставаться примерно в районе 2 метров. 2,5 – это уже просто самец. Давайте измерим все-таки, какого он размера. Ну, для начала дадим его поплавать, посмотрим, как плавает анаконда в ванной, почему бы и нет. В конце концов, когда у тебя есть ванная анаконда, то это неизбежное сочетание. Так, ну, давайте. Потихонечку спускать, водичка теплая, здесь комфортно. Вот так норм, пусть так и плавает. А, он тонет. Он тонет. О, анаконда тонет. Что же с ней станет, а? Интересно, что, она умеет плавать? Что станет с анакондой? Да, умеет ли плавать это разводные особи, не природники. Сейчас посмотрим. Или он захлебнется. На самом деле плавают практически все змеи, даже пустынные гадюки, если их запустить в воду, они очень даже неплохо. Как минимум будут пытаться выбраться. Держатся на воде и довольно-таки стройно плавают. Неплохо. Так, все-таки все змеи сталкиваются с водой, даже пустынные, когда иногда есть потопы и там ручейки. Ну что ты делаешь, ты утопишь, наверное? Ну, скучно, хочется экшена. А ты просто ускоришь потом. Он утонул, а и не тонет. Он как бы и не в курсе, что как бы уже плавает. Вот сейчас он вроде в ванной, а вроде и нет. Так, все, свободное плавание, иди. Анаконда. Ванной. Просто чума. Ну, короче, в ней больше 1,70 м. На сватре ванна 1,70 м. Ну вот не хочет она плавать, она решила просто в водичке спустить. На самом деле. Говорит, что-то многовато набрали. Да, ну, вот, и воды стало гораздо меньше. Ну ничего, вот такая вот анаконда в ванной. А мы думали, что ты обрадуешься такому объему. Ну вот. Стараешься для них что-то сделать, они даже ты не ты вместо цели. Этого уйти просто хочешь. Бессердечное это создание. Давайте плавно опустим. Ладно, тоже не хочет. Как раз когда она касается воды, она начинает активно двигаться. Сейчас еще крюк у меня хочет отнять. Как рыба в воде, хотел сказать, ну скорее как анаконда в воде. Анаконда не хуже рыб плавает. Ну, ему, конечно, неприятно, то есть, когда не за что зацепиться, видите, в воде он нормально себя чувствует.
У нас все еще остается задача по измерению этой анаконды. И давайте ее с помощью ванны, что ли, измерим как-нибудь. Попробуем чуть-чуть приложить. Вот так, ну давай вдоль ванны положим, попробуем это самое. Так, ты свою часть, мне голову давай. Так. Вдоль края. Ага. Так. Я сюда попробую максимально себе. Ты там зафиксировал? Угу. Ну, практически. Ах ты, сука. Готово? Ну, 1,80 где-то так. Короче, 80. Ванны плюс 15 сантиметров. Так. 1,70 ванны. Получается, наша анаконда 185 сантиметров сейчас. То есть для самца это уже такой хороший размер, еще полметра, и в принципе уже такой рабочий самец. Самке, конечно, надо расти до всех 5 или 4,5 метров. Ну, искупать малышку нашу не удалось особо, плавать она не стала, не оценила она нашу ванну, наши попытки разнообразить ее среду, но зато мы ее взвесили, мы ее измерили, и дальше будем наблюдать за ее развитием, за ее ростом, точнее, по-моему, это самец, за его развитием и его ростом. Посмотрите видео, которое сейчас у вас высветится на экране. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал, пока мы живы. Пока-пока. А, и ставить лайки не забывайте.